В июле 1870 года русский поэт Федор Иванович Тютчев в возрасте 67 лет приезжает в Карловы Вары на лечение. Здесь он встретит свою бывшую возлюбленную Клотильду Батмер, и буквально за один вечер рождаются его знаменитые стихи. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне. И вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И то же вас очарование, и та ж в душе моей любовь».